Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1255. События дня. Даниила 9:19. Господи, услыши. Господи, прости. Господи, внемли и соверши, не умедли ради Тебя самого, Боже мой, ибо Твое имя наречено на городе Твоем и на народе Твоем. И наше объявление. Умерла сестра, четверо ребятишек. Сказали, сделайте объявление, может, кто-то и поможет. Умейте тормознуть и дальше прочитайте спокойно. Помощь можем направить на карту вот сюда. И... А тут песнопения сегодня быстро будут выставлять. Я подобрал, что скажет Бог, то изреку и я. Заученная фраза у Михея. А сначала не было так. Святая Русь и строительный отвес. Считайте о том. Это дважды, по-моему, повторилось. Я повторяю, ложь недопустима, Христос не мог солгать. Вот что нужно делать, там обвал произошел. Пшеницу везли больше 10 тонн, наверное. И там все это показал я. Надумал разводиться, вот я и не советую. Муж там здесь, ну, не так ведет себя. Прочитайте, я на этого уже ролик будет стоять, но придумывает, что пошел там и выпустил, больше заниматься нечем. Какое дело? Моей женой распоряжаются. Вот Илья там весь Кутов, и разговаривали это ночью, я их снял сюда. Ну и все, есть все открыто, даже переписку всю выставляю. О, опять цифры исчезли. Понимаете, что я показываю, оказывается, оно давно уже не видать. Ну, что я могу сказать? Тут переписка была, верну опять назад. Ну, такая техника. Вот так. Вернул маленько назад. Ну, ладно. Что будет? Нормально начинаешь писать, вроде бы, потом раз, нету. Вот все, затормозите и просчитайте, если интересно. Неинтересно, отмахнете и все.
Долго переписывались, видите что? Я показываю, что можно. Вот теперь я отвечаю. Мой ответ вот отсюда начинается. Вот. Мне никогда не будет понятно, почему люди забывают о своей смерти. Хотя вопрос этот был решен еще в раю. Все мы смертны, и каждому отпущено определенное время, которое никогда и ни за что не повторится. И не будет хватать именно на покаяние этого времени, чтобы копаться в туалетной жиже. Помилуйте, да это же не к спеху. Это и так само сгниет без нашего вмешательства. Сидим за столом. Не единожды говорил, что были внимательны к слышанному. И тут вдруг человек вздумал выйти. Путь идет полная свободно, минимум как на три стороны. Пусть идет, наверное, С пропущен. Но человек, зная свою возможность, садится так, чтобы исполнить свое желание выйти, должен поднимать из-за тесноты за столом целый ряд людей, отвлекая их. Об этом было говорено и не раз. Вот конкретно, что ты будешь делать, как этого человека приучить к вышесказанному и никому не мешать при занятиях? Человеку тому было предложено выйти по своей нужде, поднимая других, чтобы он увидел, что сел не туда. И так урок позади, человек больше не садится туда, откуда ему будет неудобно подниматься. У меня нет времени заниматься ни делом. Зайдите по скайпу сейчас же и разберем эту туалетную загадку сразу же. Жду звонка. И дальше он зашел, это ночью сегодня. Это Виталий тут отвечает. Что ж такое-то? Главное, и букву-то плохо видно. Сразу тормозите, и можно будет просчитать. Время будет. Я считать не, некогда мне считать-то. Я все составляю. Кто ты? Вот пишет, в Библии будет война. Погибнут 2,5 миллиарда людей. Где вы это прочитали? Я отвечаю, сколько будет населения при кончине мира, это все в Святой Библии нет. Это можем узнать из мирских источников. Опровергать их нет смысла. Средняя цифра около 7,5 миллиардов. Дальше население Земли показывает, какое будет, в какой год. Человек, чтобы знал это. Значит, 7,5 миллиардов, третья часть, это 2,5 миллиарда людей погибнет. Вот оно, миллиарды. А далее вот место из Святой Библии показываю. Бери, читай. Откровение 9.15. Освобождены были четыре ангела, приготовленные на час, день и месяц. И вот для того, чтобы умертвить третью часть людей. Вот так. Вот так. 2,5 миллиарда людей может погибнуть. Прямо Писание об этом говорит. Я показываю. И все на этом. Ну и показать, как всегда, можно наши ресурсы. Это вот мой мир. Книги спрашивает Захар Максименко. Сейчас буду отвечать, что можно купить. Владимир Пащенко что-то тут тоже нам пишет.
Понял. Прицеп сегодня не смогли достать. Будут завтра доставать. Будем делать только тогда, когда дожди пройдут и дорога подсохнет. Все правильно. Абсолютно правильный ответ дал Володя. Сергей Матюшкин, что он тут? Что-то навыставлял, навыставлял. Я буду смотреть, что он тут хотел сказать. Раз, два, три, четыре. Ну, больше ничего и нету. Вот, дальше у нас что тут? Заказчика идет. Что общего у Путина Владимира и Зелинского Владимира? Что общего? Вот православный форум и наш видеоканал. Вот он какой. Очень большой канал. И большой во свете Библии православный библейский сайт. Тоже в нем много хорошего. И вот, пожалуй, на этом все сегодня.